Пойдем, есть подарок для тебя. Я такую штуку необычную нашел. Пойдем. Пойдем. Сейчас тебе покажу, тебе должно понравиться. Пойдем, это надо видеть, пойдем. Пошли, трусишка. Смотри, что несет. Ты смотри, что тебе пап несет. Такого тебя еще не было. Я увидел, говорю, Масяну явно надо. Пойдем на травку. Ну, пойдем, пойдем на травку, пойдем. Ты посмотри на эти глазища. А ты говоришь, что длинный не понравится. Смотри, уже как понравилось. Пойдем тебе эту грушу. Это дубинка какая-то, а не тыква. Пойдем, пойдем, пойдем скорей. Лови. У папы забирай скорей. Опа. Она тяжелая. Мне 8 кг. И что ж с тобой, скажи, делать-то? Ну, помоги ему, может, с ним, по-моему, надо, ну, как-то там... Сам, подожди, дай понюхать, ему же нравится. Да, она еще жесткая, наверное, в нее так особо не прокусишь, как арбуз. С тонкого края бери. Ай-ай-ай. Ах ты ж, добыча какая. Лапочка. Что, Масяш не кусается? Тяжелая, да? Тяжелая. Я прям чувствую, какая она тяжелая. Может, у меня 7 кг. Ну, хоть на обниматься, скажи, с такой. Вот счастье-то привалило. Я говорю, я ее увидел, думаю, ну нет, Маська прям порадуется. Прям вот... Оно ему надо. Такого у него еще никогда не было. Ну, ты чего, растерялся? Заскромничал. Его нос цветом, как эта тыква. Убежал. Там, слушай, там с другой стороны трещинка была. Где-то. Не было. Затаился. Чего ты на меня смотришь? Вот. Охотничек. Опа! Так аккуратненько притормозил около меня. Понимаешь, что тяжело. Скажи, вот игрушка, что с ней делать, теперь не знай. Да разберет он на запчасти. Взять ее! Чего она тут стоит такая? Сейчас как убежит, смотри. Давай! Тыква быстро звезд. И вновь. Ну-ка, фас ее! Ай-яй. Че ты делаешь? Ай-яй. Колбаска. Дерево не трогай. Мы съесть за дерево. Ну вот, тебе тыкву дали, а дерево нельзя. А тыкву можно. Давай, где тыква твоя? Давай, разбирай, там еще семечки. Тяжеляка, скажи. Даже не покатаешь, как мячик. Получался. Слушай, ну, вы знаешь, что вот интересно? Он же понимает, что это именно тыква. Не по форме смотрит. Что это какой-то круглый объект, там, я не знаю, там похож на бахчевой. Он понимает, что это тыква. Он же увидел, и ему сразу понравилось. Угу. Он понял, что это можно грызть, что это как раз то, что нужно. О, ну вот. Подожди. Сейчас. Стой, что ли? Тыква.
Касаясь тонкого конца. Ну, там уже. Вот скажи, игрушка, что не поиграешь. Лежит груша, нельзя скушать. Не, можно, ешь. Ушел в закат.